утро, ребята. Я сегодня немножко красная. Мы уже проснулись с Лёшей и сейчас собираемся в один темпл. Называется Улуату Temple. А перед этим мы будем, естественно, завтракать. И нам принесли уже на завтрак. Давайте я вам покажу, что нам принесли. На самом деле здесь очень, очень приятно, что все время приносят завтрак. Так доброжелательно ко всем относятся. Это приятно, конечно. Сегодня нам на завтрак принесли яичницу, дыню, сок и чаек. И всем, кто кушает, то тоже приятного аппетита. Я только что хотела помыть руки. Подхожу я такая к раковине. А тут посмотрите, кто сидит. Маленькая гекошка. Все, мы собрались. И уже выезжаем в этот храм, в темпл. Если быть точнее. Выходим из нашего домика и едем. Мы уже подошли ко входу. Здесь нужно сначала заплатить 30 тысяч рупий за вход. То есть это примерно $2.5, да? И также нужно надевать платки, чтобы было все закрыто. И мужикам, и девочкам? Да, все и мужчины, и женщины надевают. Написано, кстати, нет дрону, но у нас с собой в рюкзаке дрон. Надеюсь, у нас его не изымут. Итак, вот красавчик Лёша. И вот красавица Анюта. Да. Чуть тебе идет, между прочим. Посмотрите, какая красивая бабочка. Я такую еще ни разу в жизни не видела. Thank you. Ну что ж, вот уже начались обезьянки в самом начале. Сидит, отвернулась от нас. Тупо так сидит, да. Сюда пофиг ей на. Там вон еще сидят, побольше такие. Ой. Привет. Украла что-то, видишь? Да, уже что-то там стащила. Таких диких еще близко не видели. Осторожно бы очень. Да. Храм Улуату – это один из храмов, призванный защищать богов от морских демонов с южной стороны острова. В этом храме поклоняются двум богиням – Рудри, покровительнице охоты и ветра, а также богине моря Деви Лауд. Пусть этот храм не очень большой, зато он примечателен тем, что находится на самом краю утеса и возвышается на высоте 90 метров над Индийским океаном. Вау! Какая же тут красивая вода. Для того, чтобы попасть внутрь, нам дают специальные юбки под названием саронг. Смотрите, какая ящерица. Таких я тоже еще ни разу не видела. Вдруг это мини-крокодил? Он залазит в норку. Не норка там. Какая она забавная, посмотрите. Это такой мини-монстр прям. Полезла еще кого-то там ловить. Такая худенькая, знаешь? Угу. Такое необычное создание. Испугалась камера. Это место считается святым для балийцев. И, кстати, он был заложен еще в 11 веке. Во внутренний дворик нам не удалось попасть, потому что туда можно только служителям храма. Мы же наблюдали за этим всем только из-за забора. Очень, конечно, необычное место. Кстати, много людей фоткаются с белыми. Мы для них кажемся необычными, они все время подходят фотографироваться. Поднялись уже почти на самый верх. Здесь открывается очень красивый вид. Сидите тут, да? Такие они огромные. Опа. Ушла. А та маленькая сидит. Смотри, получилось. Мамочки. А теперь забежим. Опачки. Спасибо, говорит, да? Кушает. Прикольно. Малыш такой. Это еще маленькая. Да. Опа, опа, оп, прощуили обе. Обе прощуили. Опа.
Ой. Ой-ой. Зая, что ты надел? Дай ей отдельно, брось. Чтобы разрулили драку, да? Кушаешь? Ну что ты такая злая-то? Мы тебя покормили. Что злишься? Ой, можно я тебе? Он раз, два, и ой. У нее малыш сидит, смотри, у нее малыш. И у той малыш, они детишек своих перевозят. Смотри, сейчас у него украдет что-нибудь. Нет? Посмотрела, не стала врать. Приехали к одному пляжу. Сейчас спускаемся туда вниз. Здесь такая красивая дорожка среди деревьев и цветов. И бабочки везде летают. Ехали-ехали мы. И тут нас тормозит местная полиция. Никого мы не трогали, ехали медленно, думаю, чего? Даем права. А он говорит, не интернациональные, нельзя. А мне калифорнийские, обычно нормальные права. Да, и он такой, типа, ну ты мне плати 200 тысяч этих рупий, а я тебе что там дам? Я подумал, что ну все, оштрафуют меня. Оказалось, что он дал мне какие-то интернациональные права. Бумажку для, просто для Бали специальные, просто да. Бумажку выписал. Я говорю, 200 тысяч, ну дали. Ну, надеюсь, что это настоящие права, которые нам дали. Это не развод, как у нас в Украине или где-то еще сразу. Ну, да, тебе... было похоже, как будто у нас просто с взятку берет, да, какие-то деньги. На ровном месте. Да, 200 тысяч рупий, это 20, ну, 17 долларов примерно. Смотрите, здесь какой заход прикольный. Класс. Ага. Красиво, давай. О, холодненькая водичка. Ну, вот мы пришли. Ух тышка. Ух ты, там корабль лежит. Выброшенный на берег. Самое главное, чтобы не было прилива, как вчера. Да. Вышли в еще один заливчик посмотреть тоже. Красивое место очень. Мы пришли в эту кафешку, тут сели. И посмотрите, какой здесь красивый вид. Идем мы такие с кафешки, а там обезьяна сидит, что-то хомячит, хрустит чем-то. Смешная. Такая смешная, да? Угу. Давай. Всем все равно. Еда уже есть. Так, это невкусный кусок. Она выедает крем. Она выедает крем из печенек. А сам печеньку не ест. Вот это наглое. Человек вообще, как ребенок. Да. Сидит там вкусняшки съедает, печеньку нет. Декабрель, угу. Мы приехали на другой пляж. Решили поизучать остров немножко сегодня. Пляж красиво. Называется «Зеленая чаша».
Green Bowl, зеленая чаша. Красота. Мы уже спустились вниз, и здесь, смотрите, у них под скалой какой-то есть мини-храмик тоже. А у них вообще что не место, то храм. У них даже в каждом доме есть свое священное место, где они молятся и куда они приносят, как бы, еду. Посмотр, закрыли дверь. Сейчас такое небо красивое, нежно-розово-голубое. Уже не так жарко, уже стало свежо. Наконец-таки.